Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, хочу показать вам, в каком состоянии находится наш виноградник. Мы находимся в Киевской области, Макаровский район. Предыдущее видео я снимала 10 дней назад по поводу винограда. Я проводила обработку по цветению препаратами, которые, в принципе, позволяют проводить обработку в период цветения винограда. И, как вы видите, цветение прошло, очень хорошо все опылилось. И сейчас, через 10 дней после последней обработки, будем проводить следующую обработку по гроздям стадии гороха. Вот такие гроночки у нас опылились. Уже отличные ягодки. Обрабатывали мы такими препаратами, как Редомил Голд 50 грамм на 10 литров, Палькон 10 миллилитров на 10 литров. Также я добавила инсектицид Цезарь от вредителей. Бора Плюс добавила 2 миллиграмма миллилитра. Обычно добавляют 10 миллилитров на 10 литров. Но это желательно до цветения. В начале цветения 1-2 обработки. Ну, по крайней мере, это я так использую Бора Плюс. После цветения уже 2 миллилитра на 10 литров воды я добавляю. Также Плантофол 20-20-20 НПК и Брексил кальций 5 грамм. 1 чайная ложка на 10 литров воды. Ну, конечно же, прилипатель. Все это хорошо размешиваем и тщательно обрабатываем. У нас 40 кустов вот на этом участке у меня. И отдельно еще во дворе 6 кустов. У меня уходит 2 ведра данного препарата баковой смеси. Виноград чувствует себя прекрасно, гроздья также, слава Богу. Обработку провожу где-то в 8 часов вечера, это обязательно. Утром нежелательно, как по мне, только в вечернее время и когда уже солнышко совсем-совсем уже нам не светит и не пригревает, хотя погода стоит очень жаркая. Шпалера у меня двухплоскостная, с другой стороны такая же нагрузка. В этом году оставляла 1-2 грозди на побег сорт Аркадия. Посмотрим, что из этого получится. Ну что ж, мои дорогие, всем хороших урожаев. В следующем видео покажу и расскажу, как я поливаю виноград в период цветения. Кратко также до цветения и в конце. Всего вам доброго. Пока-пока.